Доченька, алло, доченька, не волнуйся, я тебе из больницы звоню. Шел по улице, упал, споткнулся, очнулся в больнице, нога в гипсе. Вот мест, правда, у них свободных не было, они меня положили в родильное отделение. Не волнуйся, здесь все хорошо. Коллектив женский, мата почти не слышно. Недавно врач приходил, да, сообщил, что я скоро рожу. Главное, сел мне на постель и спрашивает, что у вас болит? Я говорю, нога, на которую вы сели. Это родом не помеха. А вот грудь у вас маленькая. Будут проблемы с кормлением.